Сотрудники прокуратуры республики сегодня отметили 97-летие со дня образования ведомства. Именно в августе 1922 года в Чувашской автономной области начал работать первый прокурор Александр Лбов. К праздничной дате приурочили церемонию вручения государственных наград. Подробности у Дмитрия Ковалева. В органах прокуратуры Валерий Филиппов прослужил более 35 лет. Он и сейчас в статусе старшего советника юстиции помогает коллегам. Сегодня указом главы региона ветерану ведомства присвоили почетное звание заслуженного юриста. Прокурором работал, по охране природы 10 лет. И до этого еще в районах работал. На разных должностях в прокуратуре. Поэтому всю жизнь служу и родине, особенно в Чувашии. В настоящее время также продолжаю служить на общественных началах, общественно работаю. То есть выполняю не только на пенсии общественную работу. То есть возродил я, как вышел на пенсию, Чувашский республиканский совет спасания на водах, восвод. Это возродил. Так, 18 лет занимался вопросами охраны жизни людей на водах, особенно детей. На особом контроле сотрудников прокуратуры погашение долгов по заработной плате и защита законных прав. Серьезно активизирована деятельность органов прокуратуры республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. За последние годы многое сделано в социальной сфере. По защите прав граждан на своевременную оплату труда, соблюдению прав в области жилищно-коммунального хозяйства. Все эти годы в рядах органов прокуратуры Чувашской республики трудились и трудятся люди высокого профессионального уровня, верные своему долгу, порядочные, принципиально и ответственно служащие закону и справедливости, неравнодушные к проблемам людей. Премьер-министр Чувашии отметил, что между правительством республики и прокуратурой налажено эффективное взаимодействие. Проблемы в правоприменительной практике возникают все реже. Продуктивное межведомственное взаимодействие, эффективная работа представителей прокуратуры и органов власти позволяет сохранять контроль за соблюдением законодательства. Со словами особой признательности и благодарности хочу обратиться к ветеранам. Своим становлением прокуратура республики обязана именно вашему самоотверженному труду. Эти качества перенимают и молодые работники прокуратуры. И вот прямо сейчас в прокуратуре принимают присягу у молодых сотрудников, которые недавно прошли аттестацию. Это еще одна традиция ведомства. Сотрудникам прокуратуры, уже принявшим присягу, сегодня присвоили классные чины юристов. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.